Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер, я продолжаю играть Mountain Blade огнем и мечом. В прошлой серии я разбил передовые отряды Крымского ханства и отбил крепость Ковна. Так, и теперь мне нужно бежать на свои восточные границы. Потому что сейчас вся заваруха будет там. Вот с этого малюсенького государства на меня попрут полчища врагов. Сколько тут крепостей? Раз, два, три, четыре, да? Пять, шесть, семь. Семь крепостей. Возможно, я смогу залпом это все сделать. Кто знает. А что сделать? Что же делать, делать-то мне? Сечь с запорожцами. Тогда ж все перебегут. Они будут атаковать мой сбарыш, потому что они будут считать, что это их крепость. Они часто на нее ходили. Не знаю, с какой стороны нападать. Можно Чернигов, вот, да. Полтава, Переяслав, Чернигов, да. Потом Киев, Черкасы, Корсунь. Да, вот так будет двигаться, правильно. Странно, на меня не нападают, хотя Люботин разграбили. Так, нужно новый сейв сделать. 48. Так. Стоп. Понятно. Хочу в Уземскую крепость заглянуть. Нужно пополнить свои отряды. Рейтеров у меня мало. А, тут еще тридцатник таких. Угу. Тогда немало. Тогда их тоже около сотни будет. Прекрасно. Так, а что мне, кстати, по провианту? Так, провианта-то мало осталось. Так, я же еще дружу с этими... Блять, вечно забываю. Почему я забываю? С запорожцами. Я смотрю, у вас тут необычнейшие товары. Но их очень мало. Да. Печально. Чего бы начать? Наверное, Кафа, Перекопы, Езлев. Ну да, понятно. Так. Так, гарнизон, что тут? Шведский рейтер. Единственный. Что-то голос хрипит. Нехорошо это. Там у нас уже Турция. Турция! Интересно, я туда могу прибежать? Ах, никого нет ценного.
Давай хотя бы тогда наберу еды. Тоже еды почти нет. Ладно, идем воевать тогда. В кафу иду. Итак, ранним утром мы начинаем осаждать крепость. Ух ты, я чё, на тридцатниках был? Вот это я предусмотрительный, я уж боялся. Закидывает стрелами. Как закидывает. Да, конечно, у тебя несомненно получилось. Моя очередь. Сейчас кто-то отхватит. Что? Куда там пулька-то ушла? Ага, у меня тоже на один зуб. Пулька. Пулька нахуй, ты куда? Это я видел пулю. Налетел в нее. Да прекращай. Так, хорошо, с этими мы тут разобрались. Как могли. Где подкрепа? Подкрепа оттуда идет. Где-то в районах, блядь, шляются. Ну хоть тренируется стрелять. Во-во-во, вы откуда тут взялись-то, а? Вон из склада, да-да-да. Дайте, ребята, как бы вы ни старались. О, еще свежак. Да сколько ж тебе свежак ходит. Дайте мне его. Ах ты ж, дядя. Шесть человек ранено. Ну да.
Почему именно гусары? Почему они рейтеров сюда берут? Непонятно. Кафа наша. Так, ладно. Вот тут эту вот интересную крепость сейчас захватим. Езлев. Сейчас все будет. Сейчас их не останется. Так, какой гарнизон? Угу. А, вижу бойца там. Так, глава города не сбежал. Прекрасно. Это то, что я и хотел. Неплохо, так стену разворотила. Вайлах. Да? Слушай. Эй. Эй! Пулька, ты чё? Ну, наконец-то. С четвертого выстрела. Ага. Разберись с ним. Да шо ж такое-то? А ну сюда подошел. Сука, щитом прикрылся, гад. Есть. Че, еще свежал? Будет на ком экспу наварить. Ай же ты. Еще одна крепость наша. Да.
депутат Речпосполита. Трое ранено. Прекрасно. Ой, да. Хоть одного убил. Ей. Победа. Еще одна крепость наша. Ну шо, бандюганы. Кого из вас будем брать? Мушкетеров. Вас возьмем. Еще таких мушкетеров не хочу. Тебя хочу. Тебя возьмем. Ну, давай, мушкетеров починя. Лейц-гвардейцев. Еще пикинеров. О, рейтер. Класс будет мне. Крепость наша. Все, да? Прекрасно. Где-то там я видел, бежал отряд. Так, 150 сейв нужно сделать. 150. А, еще. Вот так. Так, ну и где же он? Ага! Огромный отряд! Осадил мою кафу. Хотя я точно не знаю, насколько он огромный. Сука! Ты чё войну мне объявил? Блять, откуда вас столько, ребята? А ну-ка. А если я опять? Это самое. Меня объявят войну они или нет? Хочу Бахчисарай. Есть, это был всего лишь рандом. Они мне не объявляют войну. Блять, сколько же их там? Как же мне их всех перерезать? Фух, ну чё, понеслась? В тяжкий бой. Косарь 700, ёб твою. Что могу сказать? У меня будет отряд из 400 бойцов. Потом. Как-нибудь. Бля, 13 бойцов у нас. Чем мне их убивать? А главное, кем? Я просто хз, блядь. Ой-ой, не надо, не надо. А липки умерли. А знаете, что самое плохое? Сейчас такое же подкрепление подойдет. Вот и... Она, ты кто такой? Выглядишь как швед. Да, это швед. Где мое подкрепление? Где мое подкрепление, мать его? Вот оно. Это оно. Ладно. Урон от копья. А, ноль урона. Фон. Эсэфбэй.
Кто это? Ага, это наши гусары. Славно. Давай же, умирай. Есть. Тогда еще один. Ага, ты, кажется, глава города. Польского города. Ну, не польского, посполитного. Ага, конечно. Стоп, моя коняка. Она же сейчас умрет. Нужно пересесть срочно. Эту. Блять, это тоже убитая. Еще коняка, вижу. Тише, тише, тише. Тише. О, целый. Славно. Ты как по мне... Ах ты! И ты, ах ты! Шара. Так, как дела? Убили всего лишь 37 человек. Беглецов 11. То есть, то еще 40 минут. Ага, самая заваруха там. Едем. Так, наши сейчас хоть что-то выдают. Хоть какой-то результат. Молодцы. Блин, и чар там всяких режут. Славно. Ну и мы порежем я на чар. И всякий другой сброд. Так, мы... Они уже на нашем респе, да? Понятно. Так, конь выжил. Нехорошо. Ты должен умереть. Нет, он, кажется, убегает. Славно. Да, не убегает. Прекрасно. Так, главу города случайно прирезал. О, вот туда мне нужно. Вы своими копьями ничего мне не сделаете. Прекрасно, перерезал бы его кучу ребят. Ого, меня стрелами тут закидывают сейчас. Нужно с этим что-то делать. Спрячусь пока что вот сюда. А там видно будет. Может, сбегут. Это куда? А поговорить? Оу, откуда 4 урона-то нанеслось? Так, где я? А, я в самой заднице. О, коняка. Надеюсь, ты не убитый. Блять. Мне нужно сменить коняка, но тут... Ой, блядь, получено один урон. Как это новые враги? Конь! Тише! Ай. Сколько мы перерезали? Нет, слишком много. Слишком много. А что если вот так вот? Пс, ребят. Охуй. Хе-хе-хе.
Ха. Давайте, покажите всю мощь мятежников. Где же вы? Вот они. Ворвитесь в строй врага. Уничтожьте всех до единого. Перережьте их всех. До последнего. Ой, я еще мушкет перезаряжаю. Ну ладно, просто вы. Может, за коньяка какой-то буду у нас. Опа, свежак. Перережьте их все. Еще свежак. Победа. Не так уж и долго осталось. Можно было на пас даже не ставить. Скрылся. Их. Оп. Сейчас мы словим где-то 4 сотни. Да, 5 сотен. Сейчас я их по кускам развалю. Главное их было отогнать от города. Можно было отогнать. А сейчас мы их перебьем. Лагай же ты. Понимаю, бой жирный, все дела, но мне не лагай. Ловим? Ай, насадил. Молодцы, копьями орудуют. Ай, липки без сознания. Что там, копьем по тебе прорезали? Семен, не помню, кто это. Если не ошибаюсь, это стрелок. Ну, в кольчуге. Сейчас проверим. Так, да, это Семен. Его пристрелили. Тише, 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 не подлагай, не надо. Не стоит этого делать. Скоро победа. Скоро. Так, нужно помочь там. Потому что там они будут долго топить. Как дела там? Ага. А, не убежали. Ладно.
Видели меня и убежали. Победа. Так. Осталось равное количество. Еще одна победа. Так, карта 137, осталось 143. Посмотрим, насколько быстро я их перебью. Лагай же, не лагай. Я понимаю, самый сок сражения, но не лагай. Блять, настоящая бойня. Хорошо. Эй, ты чего? Почему урон не прошел? Не достал? Победа. Блин. Хорошо. Ну а теперь основную группу можно добить. Она уже не составляет такого страшного чего-то. Хорошо. Сейчас заходим. Краешку, осторожненько. И добиваем их. Ого. Ага. Не, ну это уже не серьезно. И они как раз к перекопам двигаются. Блять, к перекопам. Давай, 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 лови, лови, лови! Есть. Я их, по сути дела, по кускам размотал. Там сотка, там пятьсотка, тут пятьсотка. Короче, где-то 1300 я размотал, осталось еще где-то, ну, 200, может, 300. Считаю, что-то по десяткам было. Хотя нет, это должно быть. Оу, я попал. Еще раз попал. Клево. Эта бойня достойна съемки. Вижу главу города. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Дайте мне его. Есть. Зарезал. Так, осталось ровно сколько? 100 тысяч или 10 тысяч? 10 тысяч. Осталось ровно 10 тысяч опыта. Приблизительно ровно. Режем их всех. Где подкрепа? Это есть подкрепа? Видать, да. Еще одна победа. Почему бы и нет? И еще таких нужно штук 5 или 4. Еще одна победка. Три ранена. Очередная победа. Еще одна победа, и тогда останется одна, там где-то 50 бойцов. А. Даже 80. Ну, забить его будет нетрудно.
вообще ничего не сделал. Ой-ой, лаги, хватит. Победа. Вот так вот. И был перебит практически максимальный. Ну как максимальный? Не максимальный, конечно, но... Так. Настало время повышать своих ребят. Давайте, ребятки. И вас повысим. Хорошо. Так, что у нас в перекопах творится? Ух, ебать. Так, у них осталось 4 города. Ну, а если залпом работать, то перебью их. Прямо сейчас. Ну. Так, кто-то съебался. Ух ты, интересная планировочка. Если на стенах расположить бойцов 200 по периметру, будет классно. Так. Где враг? А враг, кажется, на стенах. На стены замка! Вперед! Так, нет, я думаю, лучше в ту сторону идти. А где бойцов больше? А, вон где они, за углом. Ну, иди сюда. Минус глава города. Так, один остался уже, хорошо. Халявные минус главы города, это всегда приятно. Так, куда это они все собрались-то, а? Серьезно. Липки умерли. Ну, ты с ними. Следующее подкрепление подавайте мне. Так, там где-то один боец остался. Крылатый гусар умер. Не кошерно. Еще свежа. Откуда? Мы же с этим даже не разобрались. Поймал пульку. Опять поймал пульку. Вау! Тише, тише! Верхним ударом нужно быть. По-другому не разберусь.
бойцы, режем их. Убить всех до единого. Господи, зачем же лагать? Ей. Вот так вот. Перекопы наши. Гарнизон. Вот так вот. Плюс один город. Осталось всего лишь три. Тише. Зачем же так стреляешь? Странная крепость какая-то. Так, нужно вот этих верхних снять. Теперь, где глава города? Ты знаешь, что он остался тут. Прицелиться, дай, сука. Неплохо, с него так выпало. Плохо я их там ликвидирую, однако. Так, где они еще остались? Все? Ой, бля. Вы как тут оказались-то, а? Да, союзника попал. Нет, там еще кто-то остался. Конечно. Слово. Тише. Что ты такой живучий, а? Тварина. Херасе. Чё вы такой шквал огня по мне несёте, а? Так,
Help! I need somebody! Help! Спасите! Кроемся, кроемся, кроемся. Тише, 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 тише. Ой. Еще свежак, да сколько у вас? Господи, да уйди от меня. Тварина. Еще да. Бля, ушел от меня. Эх. Ого, 46. Ничего себе. 22 мушкетера. Да, сюда любили стягивать пленных. Готово. Угу. Кизи Кермен. Интересное название, интересное. Скоро весь мир будет у моих ног. Да. Свежие владения мои. Взорвать стену. Ох, я думал, у меня вылетит. О, хп полностью восстановились. Классно. Ой. Смертный боль. Что-то засадили. Нехорошо. Эх, промах. Некошерно. Ну, естественно, туда хер попадешь. Где подкрепление? Где-то там. Понятно. Значит, нам тоже туда пора бы.
Ой, блин, тут эти районы, ненавижу их. Такие стрёмные. Вообще не кошерные. Ой, иди себе. Косой. А, он ни в кого не стреляет. Пс, парень. Чего у них респ так далеко? Здрасте, сударь. Тише. Будет проще. Вау, тише. Ну не по ногам же, господи. Дебил. Зачем вы мне по ногам стреляете, а? Вы что, делать нечего? Где, кстати, мы? А, вот они. Как вы вовремя подоспели. Слишком далеко как-то. Враги слишком далеко. Мне их не достать. По ногам попали, ничего себе. Серьезно? Че ты так коряво со своего лука шмалишь? Отойди от меня. Блять, я два выстрела сделал. Куда я здесь собрался? Эй. Гинь, пши, сыну. Победа, победа. Еще куча всех. Отлично. Крепость наша. Гарнизон. Прекрасно. И осталась последняя крепость. Опа, 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 ловить их нужно. Срочно, ловим. Ну, я же сказал, ловить. Нужно поймать и убить.
перерезать. Какие странные места. Впервые вижу такую карту. Стоп, мы чё? Бля, мы на тридцатках. Подкрепление у них скоро будет? Мы тут и типа их постоянно вырезаем. О, новые враги. Где? Сзади. Да, это не все. Левел. Ей. Наконец-таки. Я добился нового левела. Нынче новый левел очень трудно добыть. Кстати, сколько до следующего? Понятно. Очень-очень долго еще. Нужно 80 тысяч. Это пиздец как много. Победа. Всех перебили? Я не знаю. Не, не всех будет второй раунд. Жопа. Это было быстро. Миг всех перерезали. Скрылся. Но скрылся, не скрылся, это не важно. Главное, что у них все меньше и меньше отрядов на данный момент. Кельбурн. Осталась только эта крепость. Так, ну сначала нужно вот это вот парня подрезать. Давай, за ним. Чувак, я тебя даже ночью пиздец как догоняю. Победа. Да, они все бегут в эту крепость, так как она последняя. Так. Я надеюсь, никто не сбежит из нее. Ой, блядь. Так, мы начали. Последнюю крепость сейчас падет. У Крымского ханства не останется ни одного города. Стоп, вот дерьмо. Ну что ж, да начнется бойня. О, вижу короля. Да,
боссов мы просрали всего лишь двух. Так. Блин. Откроешь свой щит, нет? Ну да, давай открой щит, когда я не могу по тебе бить. Да. Куда вы целитесь? Свежак. Еще свежак. Херась, мы их быстро режем. Раз так быстро свежак новый подходит. А ну да, тут такая орава пришла уже. Ой, еще враг. Перебили. Красота. Молодцы. Блин. Так, ребят, набрали. Прекрасно. Угу. Куда вы пытаетесь убежать, ребят? Вам не сбежать. Блин, шустрый гад. Что за тобой так долго гнаться-то, а? Вперед! К победе! Да, это они все. Вы сейчас сразу убегаете? Умный выбор. А, это типа ваша глава города. Прекрасно. Блять, промах. Города. А теперь вот этих вот халатников убиваем. Просто перерезаем им всех до единого. Ой, зря вы вышли из своего вагона. Какие беззащитные. Блять. Кто-то еще будет сопротивляться, а? Ты ж, блин, красота.
красавец. Где там они? Вот это вот отребье. Нет, еще где-то. Где же они последние? Все? Победа или нет? Нет, там еще один. Нет, там их еще несколько. Победа. Так, где-то тут, вот он. Блин, скрылся, гад. Так. Остатки ихние я изловлю потом. Так как еще хер знает, где они будут шляться. Ну что ж, а на этом я закончу, собственно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.